Я смотрела на них, вы знаете, это настолько важно. Вот эта работа, вот эти конкурсы и тот конкурс, который мы еще будем проводить, это конкурс танцевальный среди инвалидов. Мы должны показать этим людям, что при всех проблемах физических, да, здоровье недостаточно, они сегодня нужны и также могут жить в мире.